И снова здравствуйте, дорогие дамы и господа, дорогие массажисты. Сегодня я вам хочу представить еще один лайфхак, еще одно приспособление, которое вы можете использовать в своей работе. Это вот такой вот коврик. Посмотрите поближе, с иголочками, с настоящими металлическими. Импликатор Ляпко называется, он его изобрел. Они из разного металла чередуются. И, соответственно, когда они замыкаются с телом, между ними происходит, между этими металлами, электромагнитная индукция. Поляризация у них разная. Как мы можем это применить? Вот, например, мы промассировали спину человека, перевернули. Поднимайся. И сейчас мы будем, например, работать с ногами спереди, да? А в этот момент сзади, либо под поясницу можете положить, либо вот под всю спину, желательно продольно, да, дополнительно простимулировать его, аккуратно, мягенько ложись. Можно пониже выпустить, не больно, да? Нормально. Вот. Дополнительно в этот момент он стимулируется и получает эффект от массажа. А мы работаем, например, со стопами, с ногой. Или с какой-нибудь, ну там, с рукой, например, да, с другой частью тела, которая в данный момент не задевает процессы лежания на этом коврике. Используйте и этот прием в своей работе, а в следующих видеороликах я поделюсь еще новыми секретами. Так что смотрите и не забывайте ставить лайки.